25 июня 2015 года Днепропетровская многопрофильная больница номер 4 отметила 25-летний юбилей. В актовом зале больницы прошли торжественные мероприятия с участием руководителей Днепропетровского областного и районного советов, Департамента здравоохранения, представителей Днепропетровской медицинской академии, спонсоров, волонтеров и представителей корпуса «Врачи без границ». Успехов и заверить, что мы всегда были, есть и будем лучшая из больниц Днепропетровской области, лучшая больница и лучшая из больниц. Были отмечены высокий профессионализм персонала, забота о пациентах, внедрение новых технологий. Большое количество сотрудников больницы были награждены грамотами и ценными подарками. Администрация больницы подготовила поздравительный концерт.